Новые тротуары вдоль региональных дорог строит региональная компания «МосАвтодор». Сейчас она укладывает пешеходную дорожку в деревне Гребнево на участке от остановки «Клуб» до остановки «Новая Слобода». Ее протяженность 1 километр 200 метров. Дорожники уже подготовили основания, уложили песчаную и щебеночную подушку, установили бордюры. Скоро приступят к асфальтированию. Еще один тротуар появится в поселке Образцово на месте грунтовой дороги. Он начнется на улице Лихачева, пройдет вдоль храма Рождества Пресвятой Богородицы до перекрестка на улице Ульянова. Длина тротуара составит чуть более 2 километра. Это была просто грунтовка, которая снегами, дождями размывалась. Люди часто по грязи ходили. Вот. Сейчас делается благоустроенный тротуар, то есть как полагается, все по нормам. И, конечно, станет безопаснее и удобнее для людей. Вот если говорить об этой территории, то люди здесь ходят часто достаточно, вот, поэтому это можно только приветствовать. Тротуар – это всегда хорошо, удобно будет подходить к церкви. Безусловно, его здесь не хватало. Новый тротуар обустроят и в селе Душоново. Благоустройство планируется завершить до конца июля. А вот в микрорайоне Финском рядом со вторым корпусом школы номер 17 тротуар был, но требовал ремонта, что и было сделано. Здесь заменили плитку. Евгения Корытько, Щелковское телевидение.